пошли. Где будет произведена высадка пассажиров на 30 минут? Билеты в кассе номер 1. Смотри, пассажир из Бывалова. А что с ним не так? Блатной какой-то. Да и что здесь забыл? Может, в гости к кому приехал? Может, и в гости. Но проверить надо. Как ты считаешь? Считаю, это наш долг. Иди проверяй. Семена! Семена! Этих уродов черти носят. Да на пристани мы. Дуйте на базу, орлы и голуби. Хорош воздухом дышать. Сейчас будем. Простите, пожалуйста, моего ученика. Первый день за рулем. Проходите, пожалуйста. Молодец. Не хватало еще жмура на капот поймать. А что, он сам под колеса? Ну чё, красавец, как дела? Нормально. Ну, ништяк. Пирожки приготовила? А у меня нет пирожков. Я вон вот колбасы, сардельки только привезли. Вам же закусить. А вместо пирожков вафли. Какие сардельки, какие вафли? Деньги давай. Так рано же еще. Покупателей нет, касса пустая. Слышишь ты? Коза! Бабло гони! Молодой человек, что же вы так с девушкой грубо обращаетесь? Нехорошо женщинам такие слова говорить. Чё ты сказал? Вы все слышали? Слышь ты, бройлер, вали отсюда. И не забудь в церкви поставить свечку. У тебя сегодня второй день рождения. Давай, пошел, пошел, пошел. Извините. Этого еще спакуйте. Че за беспредел? Лезь, я сказал. Спасибо, Олег Ильич. Спасибо, спасибо, Денис Павлович, спасибо. Все нормально. Спасибо, родненькие, вы теперь к нам приходите, у вас теперь все самое лучшее будет. Обязательно. Спасибо. Ну. Ты это...
сегодня дождись меня. Я приду часов в 10. Хорошо? Конечно. Ильич! Ильич! Так что дальше-то? Ну ладно, орлы-голуби. Вы тут закругляйтесь, а если что у себя? Хорошо. Товарищ капитан, а хозяйка-то где? Она что, в отделение не поедет? А что, понравилось? Да... Хочешь договориться? Да нет, ее в отдел нужно, чтобы заявление написал. Студент, давай. Свидетелей. Отпечатки пальцев откатаем. Все как положено. Подождите, а как оформлять-то будем? За наличные. По всей строгости закона. Ты машину водить умеешь? Могу. Ну так поехали. Я еще пожрать хочу. Здрасте. 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 Простите, не могли бы? Можно кофе? Да, конечно. Какой? Черный эспрессо без сахара. Настя. Присаживайтесь. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Простите, не могли бы зарядить мой телефон? Хорошо, давайте. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Я понял тебя, решу. Я понял. Жалко твое кафе. Хорошее кафе. Закрыть придется. Зачем закрыть, дорогой? Лицензия у тебя заканчивается. Как это заканчивается? Мне до следующего... Ты думал, мы забудем? Ну, понятно, понятно. Да. Я как раз хотел завтра зайти и там... Не надо завтра. Сегодня пришлешь человека. Хорошо. Насте пришлешь. Настя, зайдешь сегодня коллегу Ильичу, продлишь лицензию.
Хорошо, зайду. А ты отпустишь ее пораньше сегодня? Конечно. Спасибо. Угу. Не подскажете, как отсюда до Волжской улицы пройти? Да, конечно. Сейчас. А ты кто? Ты кто, я тебя спрашиваю? До свидания. До свидания. Ты оглох, что ли? Кто это? Первый раз вижу. Только зашел. Ладно. Проясните, товарищ. Вы знаете, что это. Рядовой Прижогин, ваши документы. Первый раз у нас в городе. Что в сумке? Что там у него? Да барахло. Что под курткой? Стоять! 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 Руки! Что это у тебя, а? Нож. Я сам вижу, что не точилка. У меня есть разрешение. Руки держи, чтоб я видел. Я же говорю, у меня есть разрешение. В отделении расскажешь. Снимай. Снимай, снимай. Хрена себе. И нафига тебе такое, а? Хорош базарить. Наручники одень, в отделение разберемся. Ну что? Давай по-хорошему. Давай. Давай в машину. Че, сам пойдешь или помочь тебе, а? Давай. Пошел. А ну стоять! Стоять, не двигаться, я сказал. Валерка, давай его в машину. Давай, пошел. Вылезай. Пошел. Пошел. Здорово. Это кто? Столица приехала. Сейчас разбираться будем. Савин, у тебя закурить есть? Нету. Слышь, Липатов, ты макароны свои кури. Дай ключ от третьей. Распишись. Рюкзак Родионову потом отнеси. Отнесу.
Заходи. Спиной к стене. Лицом к стене. Куртку снимай. Товарищ капитан, какие будут дальнейшие указания? Сними с них наручники. Вот, берите ваши честно заработанные. Добавить бы не мешало, начальник. На лечение. Мы на такое-то не подписывались. Так, деньги взяли и исчезли из города по-тихому. Семенов, выведи-ка ты их через черный ход. Зубов держи. Премия. Купишь жене сапоги. Жена-то у тебя есть? Нет. Ну вот, теперь купишь. Давай, давай, бери. Товарищ капитан, почему вы их отпустили? Ой, лейтенант, тебе объясню, так как ты у нас в городе человек новый. Говорю один раз, слушай и запоминай. Здесь против нас никто не попрет, только залетные. Приехали, грабанули и отчалили. А местные пацаны знают, что их за это ждет, поэтому и не рыпаются. За это нам народ деньги платит за безопасность, понимаешь? Так это... постановка была. Конечно. Сейчас по городу слух пойдет, что мы двух залетных взяли. И народ сам понесет нам деньги. Сам понимаешь, когда в городе ничего не происходит, то и платить вроде не за что. Так что бери деньги и устрой себе праздник. Давай, давай, бери, бери. Здорово, Жердяй. Здорово. Закурить есть? Нет. В какой новенький? Третий. Давай ключи. Распишись. Распишись за меня. Рука не отсохнет. Здорово. На, держи. Серега, зайди ко мне. Ну что ж, Зубов, хорошая бумажка. Нужная. Сигнал мы твой обязательно проверим. А хотя, ты знаешь, я тебе верю. Ты представляешь, какая сука этот Родионов? Я же с ним 10 лет проработал и ничего не знал, а? Так, Липатов, задержать Родионова под стражу. Так, кто там еще у них был? Васин и Кривых. Семенов. Семенов и Кривых туда же! Ты же там тоже был. И позволил уйти этим преступникам. Но ты же ничего не мог сделать. Забирай деньги. Давай, давай. Уликой будут. Так, завтра приезжает начальство, прокурор. Будут проверять меня. Получается, меня тоже надо под стражу, раз я все это прикрывал. Своевременно не выявил оборотня в погонах. А ты молодец. Герой, Зубов! Молодец. Наручники есть? Давай. Ну, одевай. Давай. Ну? Вы шутите, товарищ майор? Я шучу? Да ты что? А ну-ка, пойдем. Я тебе говорю, вот туда надо. Всем внимание! Значит так. Все отделение направляется в обезьянник. И находится там до особого распоряжения прокурора.
Чё стоим? Быстренько поднялись и пошли. А работать будет за нас, Зубов. Герой, молодец. Вот это шутка. Зубов, ты чё, идиот? Идиот. Встать лицом к стене. Такой невежливый. Пялился на меня там. Я тебе задал простой вопрос, а ты не отвечаешь. Ты крутой. Тебе больно, а ты терпишь. Интересно. Я не люблю, когда на меня смотрят. На меня можно смотреть только по команде. Кто ты? Это только разминка, крутой. Ну как, ощущения? Стоять! Что тут происходит? Почему задержанный в камере в наручниках? Ты как со старшим по званию разговариваешь, а? У того, кто его привел сюда, у того и спросишь, почему он в наручниках. Понял? Дай мне дубинку. А тебе по-любому вилы. Что тут произошло? Поспорили? Поспорили? Ну да. Кто сильнее, электрошокер или дубинка? Да, ну и кто победил? Дружба. Бензопила. Понятно. Пройдемте, вас к заместителю начальника отделения. Товарищ капитан, задержанный доставлен. Ну, здравствуй, мил человек. Как звать-то тебя? Молчишь. А вот скажи мне, пожалуйста, на кого ты собрался охотиться в наших краях с таким тесаком? На врага. Чё? Вы его обыскивали? А всего не успели. Так обыскать. Значит так, орлы голуби. Только что разнарядка получена. Из колонии сбежало несколько серьезных зэков во время транспортировки. Ого. Убили охранников. Ага. Это от нас недалеко, но могут рвануть в нашу сторону. Так, это у нас еще кто? А, только что доставили, оказал сопротивление при задержании. Сопротивление? И как же это он у нас сопротивлялся? Ну-ка, сними с него наручники. А, товарищ майор, я не стал бы, он просто... Выполнять! И без фокусов. Свободен. Майор ГРУ Шаманов. О, а что сразу-то не сказал? Вот те раз. Вот те два, орлы-голуби.
Так мы ж... Что ж мы ж, малыш? Он... Алферов сказал задержать, обыскать. Говорит, подозрительный тип, хулиган какой-то. Думали, хулиган, а оказался ветеран. Как он хулиганил-то? Ну, он сопротивление оказал. И оружие у него. Какое оружие? А, ножичек. Вот. Документы сразу проверить не могли. Так мы вообще-то... Просто... Так, ну-ка сгоняй, сделай нам кофе попить. Ага. Чё тут носишься, как ошпаренный? А, блин, заварил ты кашу. Хлопец, помнишь тот у кафешки, который? Так он, спецназовец оказался, ветеран. Краповый берет. Ну и что? Кофе теперь будешь ему носить? Буду. Майор прикажет, буду носить. Ну чё, показал бы удостоверение, все вопросы отпали. А то видишь, что получилось. Мои не сильно тебя помяли. Ты на хлопцев-то не обижайся. Ну, ошиблись. С кем не бывает. Твой? Да, то, что драку затеивают, конечно, плохо. Документы отказался показать, тоже не в твою пользу. Но у нас, как говорится, ветеранов в городе уважают. Да, Денис Павлович? Так точно, Олег Ильич. Где ты такой тесак взял, а? Подарок. Да, слушай, тут Семенович заходил. Потом. Пойдем. Выпьешь? Нет. Как хочешь. А я выпью. Ну, рассказывай, как оказался в наших краях. Катером. Че такой мрачный? На моих обиделся. Вы чего хотели-то? Да ладно, не заводись. Их тоже можно понять. Вижу, и тебе тяжело. Я ведь тоже воевал. Давно, правда. Зато помню, как сейчас. Ограниченный контингент. Таких, как мы, мало осталось. Видишь, с кем приходится работать? А что делать? Опытных дотолков, как говорится, днем с огнем. Ну, что нос ворочишь? Думаешь, я считаю, что ты на моих в обиде за то, что они тебе намяли бока? Ну, ладно, иди, как муха крылышками. Ведь тебе же мы не нравимся. Очень не нравимся. Как живем, какие порядки. А ты, майор, задумался, как оно здесь, наводить порядок? Решать вопросы. Москва далеко. Если по каждому вопросу ждать решения, то можно состариться. Или вообще подохнуть. А людям сегодня надо жить. И проблема у них во, выше крыши. И с этими проблемами они идут, знаешь куда? Не к бандитам, не к этой администрации, гребаные, у которой на уме лишь бы одно, где бы повкуснее пожрать, а сюда, ко мне. И знаешь почему? Потому что я эти вопросы решаю реально. Понял? Ты город видел? Все чисто, аккуратно. Бандитов нет, хулиганов нет, пьяных нет. Рад за тебя, но... От меня-то чего нужно? Да я хочу, чтобы ты понял. Ты вообще знаешь, какая зарплата у мента? Я вижу, тебе пофиг. А мне вот не пофиг. Если я делаю работу, защищая людей от бандитов, от произвола чиновников, я хочу за это получать нормальные бабки. Чтобы люди их мои имели. Ты вообще знаешь, что здесь было 10 лет назад, когда я только заступил? А? Ни дня без перестрелки, ни дня. Люди реально боялись выйти на улицу. А теперь спроси у любого, есть бандиты? Нету.
Спасибо Олегу Ильичу. Всех вывел. Люди вздохнули, собственностью стали обзаводиться. Частной, мать ее так. Тракторами, личным транспортом. Я эту машину честно заработал. Я под пули за нее лез. И людям действительно помогал. Спроси у любого, если проблемы, куда они идут. Сюда, ко мне. Милиции доверять стали. Со своими бедами они все идут сюда, к нам. И мы всем помогаем. Всем! Слушай, майор, помоги мне. Как от вашего отделения до Волжской улицы пройти? Сам найду. От таких, как ты, одни неприятности. Уезжай отсюда, майор. Чем быстрее, тем лучше. И, как сам понимаешь, это не просьба. Здравствуйте, Олег Ильич. Настя. Да. Я деньги принесла. Что за деньги? От Фарида, за лицензию. Вот. Ты только за этим приходила? Да. Выпьешь? Нет, спасибо. Я пойду. Задержись на секундочку, подойди сюда. Как дела дома? Как дедушка? Лучше. Спасибо. Какая ты стала красивая. Олег Ильич, не надо. Я не хочу. Мне никто в этом городе не смеет говорить «нет». Ты куда? Забыл плеер своего майора. Рюкзак оставь, не положено. Семен, Семен, посиди за меня 5 минут, а? Куда? Я плеер забыл. Что-то забыл, боец? Будь другом.
Закрой дверь с той стороны. Что, не понимаешь, я занят? Не можешь подождать за дверью? Я плеер забыл. Ладно, забирай и уходи быстро. Пошел вон отсюда. Изголодался. Может, хочешь к нам присоединиться? Вали отсюда. Ты мне уже на нервы начинаешь действовать. За помощью к тебе приходит, говоришь, да? За помощью? Где черный выход? Я не знаю. Ты что потерял здесь? Ты попал. Ты что, играть умеешь? Так у меня высшее образование по классу гитары. А что ты тут делаешь? Сюда посторонним нельзя. Морку можешь? Легко. Есть закурить?
Держи. Спасибо. Дарю. Видал? Господи, что ты наделал? Идем быстро. Ты что, не понимаешь? Ты не знаешь этих людей, они же убьют тебя. Держи! Понял. Дуй Гаврилову наверх. Пойдем. Товарищ майор, Олег Ильич, прицел. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Беги один, за меня не беспокойся, слышишь? Идем. Уходи. Куда они поехали? Замер по трассе. Садись.
Товарищ майор, товарищ майор, у вас Липатов по рации. Слушай. Товарищ майор, это я. Пришел ответ на запрос по Шабанову. Он реально, ну короче, майор краповых беретов. Участвовал в нескольких засекреченных операциях, награжден двумя орденами за заслуги перед Отечеством. Первой степени, медалями за отвагу. Прием. Ладно, отбой. Ему тут не уйти. Я места эти знаю, как свои пять пальцев. Там справа за лесом, километрах 5 сплошные болота. А слева и прямо река. Выход только здесь. Так надо его и ждать? Я не собираюсь его ждать. А что тогда делать? Свяжусь с Прохоровым. Утром должны быть собаки с вертушками. Выдвигаемся на рассвете. И разбивайте лагерь на старом карьере. Прижогин! Прижогин! Давайте быстро разбивайте лагерь на старом карьере. Олег, можно вопрос? Ты что, реально собираешься торчать до утра? А что ты предлагаешь? Оставить пост пару человек. А утром вернуться с ОМОНом, покрошить эту сволочь мелкий винегрет. Я сказал, разбивайте лагерь! Никакого ОМОНа не будет! Я его собственными руками удавлю! Олег, а ты уверен? По-моему, ты просто расстроен. Расстроен? Это их матери будут расстроены. И причем очень сильно. Утром, как рассветет, выдвигаемся на охоту. Вопросы есть? Никак нет. Товарищ майор, утром будут собаки. А вертушка? С вертушкой сложнее. Требует запрос райцентра. Зачем? Не знаю. Сам разберусь, ладно.